Более сотни сезонных рабочих французских горнолыжных курортов устроили в понедельник у въезда в туннель Фрежус в Савойе акцию протеста против продолжающегося закрытия подъемников. Они потребовали возобновить работу горнолыжных станций и повысить компенсации рабочим и владельцам магазинов, закрытых из-за карантинных мер. Из 120 тысяч зимних сезонных рабочих во Франции 100 тысяч работают в кафе, отелях и ресторанах. Их не наняли. Они остались без работы. А решение было. Можно было заставить работодателей нанять их, а затем дать им пособие по безработице, чего не было сделано. Участники акции потребовали встречи с президентом Франции, а также, чтобы на сезонных работников распространялись те же правила на получение пособия по безработице, что и на сотрудников курортов, имеющих постоянные контракты. По словам манифестантов, не далее, чем в апреле произойдет социальная катастрофа. Ведь из 12 миллиардов евро всех поступлений Савойского региона 4 миллиарда приходились на горнолыжные курорты.